Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами таким сайтом, где раздают токены снов. Значит, будем делать, друзья, все по инструкции. Хотите, присоединяйтесь. Не хотите, пройдите мимо. Я никому не навязываю, просто делюсь информацией. Значит, инструкция. Так, вставляем адрес Ethereum, поддерживающий токен ERC20 или MetaMask, так, или MyWeather Wallet. Ставим везде галочки, решаем капчу и продолжить. Так, переходим, вставляем сюда адрес, ставим везде галочки. Разгадываем капчу. Нажимаем Enter. Продолжить. Так, далее вставляем паспорт. О, пароль. Ну да, паспорт. Так, пароль. Повторяем пароль. И нажимаем Submit. Так, имя пользователя нету. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Так, теперь переводим на русский. Что здесь у нас такого? Так, добро пожаловать, успех. Ваш пароль был надежно зашифрован. Будет использоваться для подтверждение любых серьезных изменений учетных записей. Вот так, понятно, да, с этим? Далее что? Так, недавно был запущен снова. Пришло время принять участие в бесплатной воздушной акции в аэродроп. Нажмите аэродроп в верхней части, чтобы получить бесплатные монеты снов. Возвращайтесь ежедневно, чтобы требовать снова. Так, сообществу. Так, и что здесь? Статистика. Так, есть вопросы-ответы. Можно. Так, ну давайте показать оригинал. Нажимаем аэродроп. И что здесь у нас? Пишет, опять переводим на русский. Ежедневно заходите, чтобы получить токены. Так. Так, посмотрите кратчайший учебник, ролл. Так, когда ваш баланс достигнет 10+, но вы получите выплату. Так, когда ваш баланс достигнет 10 монет, более 10 монет, вы получите выплату на свой адрес Ethereum. Так, вот этот мой адрес, у вас будет свой адрес. Выплаты отправляются каждые 1-7 дней, сгруппированную в одну партию. Платежи не в режиме реального времени. Так, изменить настройки. Так, ну ладно, давайте теперь нажмем на зеленую вкладочку. И что нам здесь? Так, на зеленую мы нажали. Что такое снов токен? Так, ага, разгадываем капчу. Ну, здесь уже сами все переведете на русский, как бы. И прочтете. Так, и нажимаем на зеленую вкладочку. Так, обновляется страничка. Далее мы что? Жмем Roll. Наверное. Так, Roll. И вот это здесь как бы нам сгенерируется. 9 монет дали, так? 9 плюс. Должно быть 10 плюс. Понятно. Давайте переведем опять. Так, продолжите свой снежный, посетите сайт и заработать еще монет. Ага, это еще потратьте вот эти монеты, чтобы рекламировать свой сайт. Это еще как и рекламная площадка. Так, обратите внимание, зарабатывать. Так, далее идем. Так, визит. Так, Daily Aerodrop. Это мы вот прошли через 18 часов. Визит сайт.
Так, теперь что? За каждый визит нам начисляют одну монетку, так? Вроде. Каждый день вы можете посетить один сайт ниже, чтобы получить одну монетку. Один сайт мы можем посетить. Так, ну давайте посетим какой-нибудь сайт. Ну, вот этот, например. Так. Что нам здесь? Please. Что-то так. Ну ладно, что здесь? Так. Так, мы посетили сайт. Так. И что? Так, что у нас в инструкции у меня сказано? Аэродроп мы нажали. Так, решаем капчу и жмем. За сбор можно получить 900. Так, дополнительную монету можно получить. Ну, вот мы, визит. Так, когда на балансе будет 100 монет, их можно поставить в стейк и получать на 10% больше от сбора монет. Так, ну давайте я обновлю страничку. Вот, смотрите, у меня 10 монет стало. Вот баланс синим и вот баланс. Так, далее. Визит. Так. Invite friends. Это что у нас должна быть? Партнерская ссылочка. Вот. Так. Кому интересно, я оставлю, естественно, под видео. Ну и вы, кто хочет, приглашайте партнеров. Так, что? Так, стек. И здесь что у нас в стек? Когда будет 100 монет, можно поставить в стек. Так, переводим на русский. Вам не хватает монет, чтобы поставить. Вернитесь со 100 монетами на карту. Так, стек 100. Для следующих преимуществ размещения. Бонус 10%. Так, дополнительно, так, за все выполненные так в раскрывающемся списке заработать, включая сайты посещения. Ну, вот здесь, когда будет 100 монет, можно ставить стек, или же будут у нас как бы проверять, будем потом на вывод, значит, мой аккаунт, ну, что здесь? Ничего, тут вот адрес мой, монеты и выход. Так, далее. Снов токен. Здесь что у нас? Переводим. Ну, что такое вот эти монеты? Так. Далее. Так, учить снежные кошельки. Ну, это вот токены. Это все можно прочесть тогда. И Ethereum. Ну, что такое Ethereum? Ну что, вот такой вот проект. Друзья, кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Будет что выводить, естественно, когда, если они будут автоматически выводиться. Буду проверять мои вазервалеты. И, естественно, покажу то, что монетки пришли на кошелек. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.